А вот и я, и у нас ножики. Быстрый врыв от меня под флешечку, вы даже не успели рекламку досмотреть, а я уже тут. Ничего себе, смотрите, что у нас происходит. ДСС опять выигрывают ножи. И выбирают. КТ сайт, я прям вангую. Ну, они сейчас стей напишут и все. Будут играть за КТ абсолютно точно. Именно так. Хэфан желает друг другу команды. Давайте вернем хилсбары. Все, хилсбары у нас на месте. Вот это для многих стримеров и комментаторов главный вопрос, почему они пропадают. Вот просто эскейп и обратно. Это самый лучший фикс. Лучший и бесплатный. Так, давайте посмотрим. NSV, TTT, Caldini, Rizmi, Тот, Робби, Модаль, Ноэн, Кос и Скеры. Как обычно, в принципе, все так и должно было быть. Смотрите, на этот раз не пушат игроки, но в прочек сыграл у нас ТДТ, ретируется на плент, откидывается. Хаешечка, отличный хедшот от NSV. ТДТ хелпует, ставит хедшот и просто хедшот машины NSV. Метод еще принимает и просто разгром. Разгром, другого вопроса нет. ТДТ завершающий минус и в сухую уделаны Evil Strix. Что происходит? Неужели просто тотальная доминация ДССов? Это нереально. Нереально круто, на самом деле, мне нравится. Сегодня, кстати, 21 число, сегодня же Макфлайта прилетает на машине времени. И почему... А, Метод с Авиком хочет играть, как я понял, он решил остаться с Юспом. Правильное решение, он может снять только модали. Скеры, я думаю, флешку Скеры заметит каждый. Все, заметили флешку. Хаешечки, отличные! НСВ, СТДД, прием от бога, но нет, Кос убивает все-таки НСВ, что творит? Просто это... CSGO, эйс. Эйс! И вот он, эйс от НСВ, уже как только его соперники зашли. Как эйс он сделал? Все присели. Мозги слетели. Да уж. Очень круто. Очень круто. По-другому просто не скажешь. И последний экономический раунд от Evil Strix. Они сейчас проходят через андерпас. Два игрока. Почему бомбу никто не взял? Они идут через андерпас. Хаешечка, отлично. Я по Робби и Модалю. Буст, наверное, будет организован или нет, не знаю. Горит у нас Модаль. Не успел он выйти. Ой, Джованни настрелял очень хорошо Метода, но оставил его в живых. Скеры ждет. Выжидает, Метод промахивается, но Риз приходит на хелпу. Принимает обоих, еще Калдини хелпа. Кос убивает НСВ. НСВ сделал эйс и расслабился. О, Кос еще один минус с подобранной эмки. Не получилось запушить у НСВ, еще из-за этого они потеряли одного тиммейта. Модаль идет у нас с андерпаса. Риз, не знаю, сыграет прочек или нет. Да, скорее всего, он должен зачекать. Да, он зачекал. Все, в чек сыграл. Ой! Все, есть инфа, сейчас зигзаг будет поджимчик организован. Стоп раз, да, все, уже зачекали. Деваться некуда, но Кос принимает еще и ТТТ. 2 в 2, смотрите. Нулевый Метод, Метод остался один. Время 10 секунд. Надо бежать. Нужно Evil Strix догонять. Ой, 5 секунд. Сейчас просто решает реакция. И просто Метод что творит и уничтожает Модаля. А так могло бы все завершиться. Стрёмно и денег мало. Evil Strix, я думаю, покажут более лучшее сопротивление команде DSS по сравнению с миксами, но будем надеяться. Точнее, не но, а будем надеяться. Вот как. Надоели изикатки 16-0. Помню, во втором сезоне, когда я комментировал, реально были катки 16-0. Здесь, по крайней мере, кто-то еще сопротивляется. Не сильно, конечно, но сопротивляется.
Оу, флешечки. Под флешечку рашит колдини, но они его снимают. Все метод размен. По косу размен от скера. Серия разменов. НСВ снимает скера. Опять размен от модаля. Плохая позиция у Риза. Не чекал он совершенно. А, и ТТ ставится 1 в 3. Но модаль, хоть и замедленной реакции, видно, что он не авапер, но убивает ТТТ, и это первый раунд. Первый девайсный раунд отлетает Evil Strix, поздравляю и жду пот. Вот только первый раунд девайсный отлетает Evil Strix, как у DSS уже экономический. Смачок на мидл закрыли сейчас у нас. Позиции. Оу, Риз, вместе с колдинью снимают Робин, но тут Ноэн. Запушил ответочку, да, но калаш у Риза-то остался. Метод сейчас слышит игроков в медле. Не знаю, зачекал он, что они идут на зигзаг или нет, но они сейчас закрыть могут спокойно. Он коннектор и проблем не будет. Ой-ой-ой. Ноэн снимает сплитфайром NSV, модаль убивает ТТТ, и похоже счет 3-2 сейчас будет гарантирован. Что делает Ноэн? Ну, в принципе, он сейчас играет хорошо. Кос убивает Риза, а метод снимает Ноэна, и метод 2 хп. Против трех игроков он может засейвить калаш, но его убьют. Он погибает от скера, и это 3-2. Да. Наконец-то кто-то дает сопротивление. Это интересно. Продолжаем. Вот и сейчас девайсный раунд. У нас у DSS-ов они будут показывать, что они сильны. Блин, за сильную сторону тут особой сложности, ну, для показа-то не нужно. Метод играет в медле. Не знаю, найдут его или нет, должны. Ох, смачок закрывает у нас окно. Еще один смачок вообще неудачный сейчас был. От колдиньё! Встреча колдиньё со скеры, минус. Надо идти разменивать, но никто не торопится. Медле три игрока. Один игрок у нас, смотрите, находится в паласе. И сейчас Риз, если зачекает, то лишится головы. На Б идет перетяжечка небольшая сейчас. О, модаль, какой хороший минус. По колдинью размен от метода. Убьет ли еще одного, не знаю. Но, смотрите, что делает Робби. Робби смотрит, там парень в углу какой-то зажался и делает минус по Ризу. Оу, метод заходит вовремя с Сити и делает минус по Робби. 2 в 3. 30 секунд, нужно срочно куда-то выходить, и это будет Б. Да, это точно будет Б, где у нас ТТТ, который на приеме и готов потащить в любую минуту. Сейчас под флешку скорее откроется, но... Вот, вообще какая-то неразборная игра. И ТТТ его принимает. В принципе, и Кос остается 1 в 3. Против всех игроков убивает ТТТ, бежит ставить бомбу. Как его не видно-то? Но все-таки NSV вот запалил и дает минус. Интересно, а главное потно. На самом деле, вот здесь, видите, не получается играть там 5, делать спокойно минуса. Но вот только тут эйс был у нас на изи. А так везде, везде серьезные потери, так что это пот. Смотрите, дигл раунд делают, кроме скера у нас игроки команды Evil Strix. Уже Рис убивает просто свайп 7, а у нас скеры погибает от колдини Робби. Откидывается флеш сейчас, в который откроется Рис. Колдини убивает Коса, Рис еще минус, но от Ноя на размен хороший. А им, но колдини завершает серию убийств. И это 5-2. Вот теперь вот девайсный раунд у Коса, скорее всего, будет авик. Нет. Нету авапера у команды Evil Strix, это минус.
Это определенно минус. Откидывается в окошечко у нас смачок. Закрыли зигзаг, флешечка по самому себе. Буст, буст. У нас у люльки, это интересно. Буст у люльки всегда интересно. Запушил рис. Но особо, я думал, он снял ему хп 50, а он ему особо и не снял. А вот сейчас Галдини убивает Коса, ловит НСВ вместе с ТТТ, Мадаля. И огонь на ноль, но ничего там. Рис убивает Ноэна, медле у нас теряет голову Скера, и Калдини просто хайпербис на этой карте, и он выносит Робби. Калдини показывает, что к этой карте он подготовлен лучше, чем к Инферно, и это грамотно на самом деле. Видно, что игрок знает какую-то карту лучше, чем другую. Ну и просто по настроению, на самом деле, мне, например, не нравится Инферно, я больше люблю Мираж. Как-то так. На Б фаст выход идет. Сейчас экономический раунд от Evil Strix. Заходит в спину NSV. Начинает жесткий нашив. Просто жесточайший нашив. Оставляет по 50 кп трем игрокам. ТТТ принимает первого. Рис принимает второго. Принимает третьего ТТТ. И последний. Зигзага. Ловит пулю. Метода. 7-2. ДССы. Хоть отдали два раунда, но опять собираются. Вот это опять собирается. Очень грозно звучит от этой команды, и видно, что опасно. Итак. Метод! Выход! Минус по Мадалю, а Вайпер погибает. Кост тем временем погибает от НСВ. Авик забирает Скера и будет играть с ним. Зачекал метод сейчас у нас мидл. Есть инфа, что там есть авик и погибают, но скеры. Команда Evil Strix разваливается на кусочки. Один игрок сейчас бежит на мид забирать авик, другой игрок у нас находится в паласе. Встреча Риза. Не, не будет встречи Риза, я думаю, сейчас будет организована вечеринка, но нет. Робби находит NSV, не законтролил немного, 20 кп оставили, и ТТТ идет размениваться на пару с сплитфайром. Заберут они на изи сейчас Робби, что они и сделали. И последний у нас в паласе, это Ноэн. И что будет делать Ноэн? Ноэну лучше засейвить. Но Ноэн не сдается. Ноэн показывает, что сейчас я раскидаю всех. Ну, что вряд ли. Ой! Вот то чувство, когда ты снизу смотришь. Вот ты смотришь снизу вот отсюда. И видишь. И видишь голову. А он-то отсюда. Идет такой, и никого здесь не видит. Вот и поэтому победил у нас сейчас. Победил у нас Рис. Так, опять. Вот. Что за сервера пошли? Походил я немного. Походил я и все залагало. Как грустно. Не дают походить. Ну, что за... Ну, ждем. Буквально, наверное, 15 секунд. Вот так смотрите. Вот так вот. No trouble. All about that bass. Ну, пожалуйста, давай отлагивай. Хочу уже матч. Наконец-то. Спасибо, GoTVs. Спасибо большое. Спасибо огромнейшее. Смачок. А, хаешечку решил откинуть все-таки. И есть инфа, что выход строится под А, потому что мидл никто не рашит. Вот. Когда мидл никто не рашит, понимают ДСС, что это будет А, поэтому они его укрепляют. Что у нас по карте? Видно, что Скера будет действовать через коннектор, остальные его тиммейты организуют выход отсюда. Но здесь Рис у нас находится внизу, Калдини уже принят первый размен от Робби. Тайминг ловит Рис и, к сожалению, не убивает. Сейчас
прыжок надо, главное, принять. Но нет, метод хлопуется НСВ и Ризом. Отличный сплит команд, просто трио сейчас. Но Кос раскидал двоих, но метод прерывает серию убийств. Тем самым делая счет 9-2, это четырехкратное преимущество в счете. Отлично сделано, отлично сыграно. Паузу запрашивает Ноэн, успеют поставить или нет. Не успели. Не успели поставить паузу. Реши, они, я не знаю, что, но это будет раунд, скорее всего. Да. Да, они будут играть раунд точно. Итак, что по расстановкам у нас... Действовать будут, скорее всего, так, при убийстве метода, но тут хелпан от Калдини в любом случае будет. Тут уже раш, просто НСВ с Калдини, ой-ой-ой, они просто разносят. На хелпе зигзага приходит НСВ, сжигает коса и разносит двоих, это просто шок. Преимущество уже пятикратное, это видите, тоже интересно. Мне так... А это у нас, ребят, гейм-шоу Open Tele 2 сезон. 100 тысяч рублей по дисциплине CSGO призовой фонд. И вот как команды активно борются. Ну, DSS и борются, можно сказать. Пока что DSS и борются. Ничего другого пока не видел. Ой! Тайминг кос ловит NSV, запушил и убивает метод! О май гад! Просто что он творит? Модаль, конечно, разменивает, но НСВ еще один минус сделал. Просто повторяется у нас Инферно сейчас. О боже. Повторяется, на самом деле Инферно, они просто... НСВ рашит, а модаль смотрит мид, но... О боже. Ой. О боже, как ужасно выглядит. Опс. Байраунд от Evil Strix. Они закупаются на СВИ, рашит зигзаг, убивает Робби. Если он убьет еще одного, я просто в шоке буду. Да ладно. Я в шоке. Ужас. Скера, конечно, может хлопануть. Да ладно, смотрите, какая позиция. Ой! НСВ еще один минус, но метод слили. Смотрите, Ноэн. Прям на лаке сейчас выжил. Все. Все. Все, я больше не могу. Я не могу больше. О боже. Ужас. О боже. О боже. Боже, что это за жесть? И модаль один остается. Убивает НСВ. Я думал, НСВ уже никто убить здесь не сможет. Но браво. Не, я до сих пор не могу, короче, просто сурайз рис за RGG, но я реально не могу. Ужас. Ужас. Как это? Ну вот, ужас. Серьезно, ужас. Что происходит? Вот почему команды так ведут себя? Им это нравится или что? Вот что? Метод открывает, убил рампу и... Все логично. О, Ноэн снимает Калдиньо. Метод пересрезает со Скеры. Вот
как у Скира хватает, ну зачем он это делает? Однако в ноги попадает Метод, но Скир ставит хедшотик и забирает Риза, убивают, а плент пустой. НСВ сейчас должен принимать всех. Принимает он Скиры. Не знаю, может ли принять он сейчас. Нет, Вилсрик через дым вообще минусует. Просто кос минус дает по НСВ. И ТТТ остается 1 в 3. В спину ему идут, и Модаль убивает. 12-3, четырехкратное преимущество. Смех. Смех. Просто я после того, как они уничтожили, так скажем. Ну, не то, что... Ну, как уничтожить? Просто вот это убийство Зевса. Это все удел. Это просто удел. Да уж. Начинается выход. Просто на стрел идет. И коннектор открытие. Колдинь, йоу, открывает. Сейчас Модали просто разнесут. И так они и делают. Колдинь, еще один минус. Это свихал. Просто разнос команды. Разнос. А кто у нас один? Ноэн на Сити. И ловит он пулю от Колдинью. Предварительно убивает, кстати, на Сви. Не без потерь. Но все же это изи ГГ. Опять чувствуется изи катка. Как? Так классно, очень круто на самом деле сделано. Ой, какая хаешка по Методу хорошая залетела. Кос, тем временем убивает все-таки Метода, размен ТТТ, нет инфы по Ноэну. Вот теперь есть, он убивает первого, но не смог убить никого больше. Зигзаг, я не знаю, Риз сейчас видел или нет, но он так выстрелил прям жестко. Коннектор Скеры. Сити у нас есть один игрок. Получает он пулю. Коннектор погибает, и последний у нас со спины. Это у нас Модаль. Ой, 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 и ловит тоже пулю в голову. 14-3. Я ставлю, что это будет 16-3. Форсбай опять сейчас будет 100%. Да, они уже, вот, они делают правильно, они, если затащим, то тогда все сделаем, если нет, то вопросов нет. Но, видите, они делают реально правильно. Эх. Рис, open фраг, еще один минус на пару с Колдинью, а Плен занимается, коннектор уничтожается, кос, хедшот по Методу, но ТТТ здесь, и последний у нас Робби, который погибает. Что сейчас, это 15-3, и уже пора бы писать ГГ в чат, но, ладно. Давайте посмотрим NSV. Куда же летают такие смачки у нас? Закрывают они зигзаг. Понятно. Неплохо. Что делают у нас сейчас? Оу, Робби минус. Ноэн играет с эмочкой. Хороший минус. Забираете Робби калаш, хотя играл с диглецом. И теряют первого игрока ДСС. Неужели... Пятикратное преимущество сейчас оборвется. Я как... Ну, Ноэн еще и ТТ снимает. Я думал, это уже ГГ, и тут сейчас просто мое совпадение... Ой, мое это предсказание сбудется. Метод! Запалил. Запалил Ноэна, а он этого не сделал. Вот теперь они запалили друг друга и... Отходят! Реакция Метода поражает. НСВ убивает Робби. 3 в 3. Становится ситуация из 5 в 3. Встреча Риза с Косом заканчивается смертью последнего. И бомба идет на Б. Те игроки идут на А. Сейчас будет минус. У нас в окне. Ой-ой-ой, как повезло Модалю. Просто на реакции принимает Риза. Остается у него 5 хп, если вы заметили. Я не знаю, полетит ли хаешка в кухню. А, ну хотя бы молота в кухню, это было бы уже неплохо. Вот сейчас как раз молота в кухню, это самое то. Ой, 5 хп, 5 хп Модаль, ох, как, ну как. Метод снимает Ноэна, инфа поздняя, промах от Модаля. И
NSV убивает его. Это ГГ 16-3, пятикратное преимущество сохраняется. Опять ДСС показывают, что они тащеры и хотят забирать это все.